С незапамятных времен. Господи, неужели мы наконец увидим Зону 51? Люди мечтали установить первый контакт. Но откуда им было знать, что их ждет... Пол. Привет. Я Пол, и мне нужна твоя помощь. Честно говоря, у нас плотный график. Что с тобой, Клайв? У нас на кухне пришелец готовит кофе с бубликами. А ты хотел чаю? Да не хочу я чай. О, Мармайт. А если мы проснемся с анальными зондами в жопе? Это все сказки. Кому дырку от бублика, а? Зоил, доложите. Я в пути и чувствую, что приближаюсь. Через 24 часа он пожалеет, что ступил на эту планету. Уничтожьте зеленого ублюдка как можно скорее. Приветик. Там тёлка снаружи. Пришелец из космоса? Да нет, это невозможно. Чё, увидела? Нет, увидела? Мой народ готов забрать меня в любую минуту. А если поймают? Ходу, ходу, ходу! Мозг вырежет. Нет! Простите, что кайф обломал. Сейчас исправим. Клайв, ты когда последний раз трахался? Существо, с которым вы путешествуете, крайне опасно. Он не опасный, немного грубый. Чё, у нас на планете ты маленький. Пару раз он чесал свои инопланетные яйца. Он показал мне такое. Она яйца имеет в виду. В 2011-м. Почему мы держимся за руки? Чтобы выглядеть как семья. Пара нормальных мужиков идет по улице с маленьким ковбоем. Начнется охота на пришельца. За нами хвост! Пришельца отдай! Пойди да накопай! Скажу честно, так круто я еще не отрывался. Отличная песня. Прибавь жару. Пол. Смотрите. Это же чудо! Зачем ты это сделал? А чё мне дохлятину жрать?